У меня уже всадник. Итак. Барон фон Даркин вольготно катается по площадке, пока сотника Дмитрия зажимает Елена Боярд и пытается отобрать у него флаг. Господа русские садники, вы вообще будете ловить знаменосца? Я понимаю, что публика в шоке от происходящего, но это вовсе не отменяет ваших аплодисментов и уровня поддержки русичам! И если кто-то болеет за европейцев, то и европейцев в том числе! Хе-хей! Смотрите, флаги еще на своих местах! Барон фон Даркин, флаг выше! Флаг должен высоко реять над знаменосцем! Сотник Дмитрий пытается использовать флаг как оружие. И это ему неплохо получается. Герр Вальтер, Герольцик обиделся, и они вместе с Еленой Боярд решили зажать русского знаменосца и отобрать у него флаг. Знамено, что там уже своя заварушка, а все остальные рыцари сражаются друг с другом. Итак, сотника Дмитрия зажали европейцы и пытаются отобрать у него флаг. Господа зрители, раз уж у нас флаги остались у знаменосцев, предлагаю выбрать команду победившую аплодисментами. Итак,